Всех нолита. Нолита. Так, садитесь. И, значит, я вам хочу рассказать, кто еще не понял, что у Евсея в семье моих дедушки и бабушки было 5 детей. 4 сына и 1 дочь. Дочь сказала, старший из живых сыновей, слава Богу, сказал, но есть еще средний сын, Евсей самый младший, а есть средний сын, который ближе всех к Евсею находится, живет в Берлине, вы все его знаете, и поэтому слово предоставляется Мише. Миша. Давайте, говорите, Миша, вот вам. Может, сядем, посиди, может, сиди. Поскольку я местный, я не планировал речи. Да, конечно. Все и так меня знают. Причем тут? Всем мы живем почти все время рядом. В Риге жили рядом, потом я перебрался. Берлин за дочкой, Евсей за нами переправился, Рая переправились в Берлин. Так цепочка тянется. Мы живем здесь рядом, в одном районе. И ближе у него, и у меня нет. Так что я хочу, как и все, предложить тост за его здоровье и здоровье его жены, их семьи. К сожалению, у них случилось в молодости несчастье. Единственный сын умер в 22 года. Вот, будучи студентом 2-го курса университета. Вот, ну, жизнь есть жизнь, и ее надо преодолевать в том виде, в каком она есть. Я прошу выпить за их здоровье, за их счастье, за их долголетие. Поняли все?